Крип А Крип, клуб Чинуюк. Его альбомы ждут десятилетиями. Действительно мощный рэп-артист. Скажи обойма. Состояние нормально. Представители команды Def Joint и MC Казак. MC Казак является хостом, ведущим разных мероприятий. В основном это брейкинг, а также он талантливый MC как исполнитель. И он первый, кто выиграл 7 to Smoke. С невероятным количеством побед и количество просмотров на YouTube примерно 2 миллиона 300 тысяч. Это один из самых просматриваемых батлов V1 Battle на YouTube. Чуть-чуть не догнал батл Mixer Raw, но ничего страшного. Я думаю, мы и повторим. За пультами у нас сегодня DJ Well B. Команда Funk Fanatics. Постоянный хост, постоянный диджей, старожитель V1 Battle, который играет самую лучшую музыку. Сегодня он будет играть на отборе. Повторюсь, что в финале, когда будет 7 to Smoke, будет играть живая группа. Это Dizzy Dutch Duck. Это будет невероятно. Какое-то время я выступал вместе с ними. Это одно удовольствие. Советую всем проникнуться их музыкой. Это нечто. Ну что ж, списки у меня в руках. Расскажу систему, как будет происходить отбор. Я буду вызывать по 10 человек. 10 человек встают в ровный ряд, начиная от 1 до 10. И у них будет 1 минута для того, чтобы проявить себя и рассказать о себе. Тем нет, просто нужно рассказать о себе. Пару слов от наших судей, что они ждут от участников в этом отборе. Что, какие у них есть категории, какие, за что они будут ставить плюс. Начнем с Крипа Крипа. Йо-йо, всем салют, рад всех приветствовать. На самом деле, я уже давно ходил сюда как зритель, ну раз, не знаю, 4-5 точно был, и получал море удовольствия от этого. Я был на Mos Def, и кто помнит. В общем, мега кайфовая движуха, и я рад, что меня позвали сюда судить и выступать. И я буду получать удовольствие, надеюсь, вы тоже. Всем мир! Всем доброго дня, всем здравствуйте. Добрый день. Всегда рад бывать в Санкт-Петербурге, рад быть в этом дворе. Максимально атмосферное место, наверное, одно из самых атмосферных в России. Я перед началом желаю всем участникам удачи. Буду оценивать, скорее всего, по критериям. Скажу сразу, если у кого-то, ну, после отборов из парней возникнут вопросы, ну, там, может быть, почему он не прошел, или наоборот, там, почему прошел, или на что обратить внимание, думаю, что мне хватит ресурса внимания, чтобы сделать отметки для всех и потом дать какой-то исчерпывающий комментарий. Ну, это, опять же, вот лично от меня. В любом случае, всем удачи, покажите, на что вы способны, будьте сосредоточены и при этом расслаблены. Йоу, Питер, салют всем! Тем уважение, то, что вы здесь, это хип-хоп, это одно целое, респект отдельно организаторам, это очень круто, V1 Battle, это пушка. Я жду горячих панчлайнов и бешеной энергетики. Всем желаю удачи, салют! Вернемся непосредственно к бэтлу. Вызываю первых 10 человек. Они, как я их называю, в такой нумерации они и занимают свое место очереди. У вас будет ровно 1 минута для того, чтобы проявить себя в номинации Rap Freestyle только на V1 Battle здесь и сейчас. Давайте дадим максимум шума. Let's go. One, one. Yeah. Всем салют. Yeah. Странно, что меня не вписали. Я бы сказал бы даже забавно. Сегодня участвуют судьи этих батлов, ереванские эмигранты, кудрявые братки, чуваки, которые съели пол Краснодара, волки Ти, здравствуй, ну и, конечно, питерские нарки, саморез, как ты, Это Нома Лома приехал еще в 2018-м. Такой, без кепочки красовался, тут кричал какие-то слова, но уже практически второй взял V1. Кто такой Нома Лома? Это типа лепрекон с горшком, бегает по вагону. МОСПБ, в общем, зарабатываю свои тенге. На площадках меня нет, но я пичу им всем свой рэп, Бабок нет в кошельке, но это пока. Еще впереди офигительный уикенд.
Сегодня я первый, ведь первый написал ВК на регистрацию, что хотелось бы с вами потусоваться там. И, собственно, стал рядом. Ребята, вас всех на батл зарядить надо. Окей, спасибо, Нома Лома. Life now. Окей. Самое скверное для меня проблема — всегда отсутствие темы. Как же это скверно. Приходится стоять, ничего не сочинять. Я очень хочу сделать на 5 баллов от каждого из судей. Ребята, давайте вместе с вами читать будем. Немножко поддержите меня, я сам не верил. Когда-то я зайду сюда, открою тут двери. Но двери тут нету, тут только коридор. Я так молился об этом, и вот повтор. Увижу я когда-то еще, наверное, не раз. Я чувствую отличный бешеный экстаз, отличный драйв. Я когда родился в 90-х, я точно знал, мне жить будет очень непросто. Было очень сложно, подвалы, да и пенка. Да, было тяжело, не было на кофе пенки. Было очень больно, деньги и один батон. Господи, с девчонкой встречаешься, а где... Нету его, потому что нету денег, ни бабла, ни кошелька и ничего. И я просто сходил с ума. Драки, школа, постоянные упреки. Рост маленький и очень недалекий. Учительница не любит, в классе те ненавидят. Ну что же такое делать? Ну вы меня поддержите, okay. Вы видите. Я здесь, спасибо. Спасибо, Life Now. Следующий Лего. Отличный бит. Яу, салют всем! Яу, салют всем, меня зовут Лего, можно просто Алёшка. Я съел много МС, зови меня матрёшка. Эй, смотри сюда, я вижу, братан. Кей, это чё сегодня за Ку-Клукс-Клан? Всё нормально, здесь фристайл, никто кто поёт. Женя, здесь не конкурс, кто громче всех скажет йоу. Понимаешь, о чём я? Выкупаешь это заранее. Видали, какие модные судьи у нас? Не, видали? Не, ну ты-то самый уже посидел от этого всего. Ты видел, какие судьи? Блин, как в кино. Смотри, ты знаешь, я вообще известный ништяк. Так же известен, как трек Баста Казак. Ну вы его не слышали, да ладно, я же настолько... Я сегодня залетаю, ровно как настойка. Ты выпивал в питерских барах? Хотя бы по шоту. Ладно, потом вместе доедем на такси со шотом. Ну а пока, привет, толпа, привет, we one. Как у вас дела? Все отлично, да? Выступая яркий сегодня, конечно. Яркий настолько, как вот этой Ганеша. Именно так, подняли голову, управленец. Все нормально, вылез как младенец. На эту топу, на эту пеленочку для тебя. Давай сделаем громко и хорошо, ну как всегда. Окей, спасибо. Олега. Следующий МС Посох Шайтана. Заложник этого грязного стиля. Люблю делать погрязнее, чтобы месило, чтобы вкатило за этот подземный хип-хоп, чтобы проходил ток через макушку и до самых пят. Ни шагу назад, нам надо стоять, эти рифмы взрывать, вколачивать плотно в это петло. Делать фристайл, ведь нам не слабо. Нам не надо готовиться, мы можем читать часов 5 или 25. Какая разница, все обломы идут в задницу. Я с 96-го года на этом рэпе, и мне это делать нравится. Выносить эти биты, делать этими шагами круги, наматывать стиль. Эй-йо, посох шайтана — это тот самый небесный кусок спирали. Делать так, чтобы рифмы впирали, чтобы все знали этот никнейм на этом бите. Эй-йо, эй-ей. Окей, спасибо. Следующий спот. Йо-йо-йо. Как так стало? Вышел за посохом шайтана. С самого утречка привстал, зуб заболел. Как я узнал, что тут мой кент? Я пришел на V1 Battle. И что-то тут, походу, мой братан припрятал. В кармане рифмы, а можно что-нибудь получше? Может, давай кого-нибудь тут задушим? Я с самого севера города, просвет, просвет вовек, как говорил мой кент. Еще разок, захожу еще на кружок. Ваш творожок мне не помог сегодня с утреца. Как всегда, зараза пристала. Но это не ковид, это хип-хоп, у меня от него душа болит. Кто-то так говорит, ты просто меня поддержи, зажги ручками. Давай, йоу, давай, е. Давай, йоу, давай, е. Окей, спасибо, спот. Следующий рэп, Артём. Йоу, народ, поддержите, поддержите. Вау! Добрый вечер, меня зовут Артём.
Я администратор наркологической бригады. Я к вам приехал для оказания медицинской помощи. Рядом доктор со мной, Нина Сергеевна. И вот так вот мои прошли последние 2.5 месяца. Я работал на нарколожке, вот так вот я туда попал, Алёшка. А возможно, что-то дальше в жизни будет. Я оттуда уволился и теперь гоню машины из-за границы, прямо из Европы. Так что, если что, обращайся, привезу капоты. Могу один, могу сразу два, могу три. Могу загрузить за любую нить. Меня зовут рэп Артём, возможно, рэп-актёр. Возможно, я сегодня победитель, это мой флоу. Вау, я с большевиков, я с 2018 года сюда выхожу. И ни разу еще не прошел. Возможно, сегодня тот самый момент, и я себя нашел. Да, сука, это Питер, это рифма. Это спасибо за стилити, спасибо, что меня сейчас зал поддержал. И я продолжу, я не зря ходил, сука, в спортзал. Нет, спасибо, не дай я еще скажу. Спасибо, Виван Батл, спасибо, я тебя люблю. Спасибо, спасибо тебе, всем за это. Меня очень сейчас прокачало, я могу дальше стелить. Следующий всё. Зеленый. Спасибо! От души, старичок, не остановишь прямо. Эй, йоу, здорово! Меня зовут Зеленый в натуре. Не потому, что я еще совсем такой тут юный. Я просто так на своей культуре где-то в магнитке нашел это имя среди улиц. Да, мне дали его моя братва. Конечно, и не совсем она. Со сцены я топтал своими ногами, рэпака там раздавал с 2012-го. Ага. А вроде юный еще Урал пощадил, сохранил мне молодость, перестав давать морщины. Ну, конечно, и прыщи тут сохранились, что поделать. И зеленое мое при этом тело, если не загорит, оно совсем. Хотя из юга я приехал к вам на этих каруселях. На поезде мы 2 дня там висели, и дети, и соседи. Ну, курицу не ели, кстати. А, удивительно, капец. В Питере который раз остаюсь, и снова не конец. Может быть, опять вернусь куда-то на юг. А может, с вами попою хип-хоп? А я скажу с вами еще раз хип-хоп. Давайте вы со мной вместе хип-хоп. Вот это круг собирает хип-хоп. Потому что мы все как друзья друг другу. Я, меня Зеленый зовут, братья. И это не просто быть, кстати. Спасибо, да, я пошел микрофон отдавать. Пока, братики, пока-пока. Всем 5. Окей, следующий мов. С детства висел я на Дэв Джойн, как КЖ. Пойма, плюс на расслабоне крипл. Все будет ровно, начнем. Здесь ночи белее, чем отборный кайф. Порой опасно, могут даже стрелять. У нас не одно, далеко не рай. Как я люблю эти места, это мой блок. Ведь это мой блок, шире круг, толще блант. Кодекс самурая щит, каждый мой брат. Хватит уже ждать, пришли, чтоб... Нужно видеть цель, чтобы не смотреть назад. Мы внезапные, как индейцы. Я не Д'Артаньян, но за мною бегут гвардейцы. Поступаю только так, как чувствую сердцем. К черту соль, свою жизнь я посыпаю только перцем. Ра, ра. Спасибо, Моб. Я давайте шуба сюда мне. Окей. Гекко. Всем интересно, кто я такой? Да я смотрю в камере каждый день, Нига, камон, да. Это моя работа, бро, это точно. Я тот, кто звонит по телефону и просто бежит в него. Вот кто я, мэн, а ты кто такой, казак? Ну, это прикольно, да. Вот этот чел в психиатрическом отделении работает, ему самому нужен псих. Чувак, что-то ты здесь сильно рамсишь. Но я такой тоже классный, есть стиль. Все, я вышел из школы, смотрите на меня, я... Тот самый ребенок, а? Что со мною не так, я не понимаю. Я здесь летаю каждый день на бедах, эй. Но я будто бы птица легкого полета, но этим можно гордиться. Мне нужна водица, чтобы напиться, ты понимаешь. Я будто бы хочу здесь просто отдохнуть чисто по кайфу. Чувак, давай раздумарим. Это все, это чисто растафай. Я говорю тебе, даже не на уфай. Эти беды заставляют меня дышать. Мой ритм показать, как надо делать тут бой. Спасибо, Гекко. И финальный участник десятки Мальком.
Йоу, прости, зеленый, но походу зеленый тут я. Йоу, Виван, дайте шумы, мы все семья. Виван, я будто бы Оби-Ван, да прибудет со мной силой полный карман. Йоу, салют, Каши, салют, Крип, салют, чувак. Я забыл, как тебя зовут, ну казак. Прости. Так, а, йоу, казак, йоу, Энди Картрайту салют, оу, е. Посылаем в небо и сюда парашют. Я опускаю за него каждый раз, когда крошу. Йоу, потрошу каждого, но и в целом люблю тоже. Эй, братишка, нормально фристайлишь, боже. Я смотрел «Три кота», с тобой выпуск. Или он еще только выйдет, я пока не знаю, нам минус. Настелим немного фристайла, йоу. Еще в первую очередь хотел передать Нойзи салют. 11 лет назад мы с Нойзи на стикерс Урбании в моменте тему одну елозили. Спасибо, спасибо. Ну что ж, друзья, эти аплодисменты для вас. Можно занять свои стартовые позиции. Судьи делают отметки в своих списках, а я вызываю на площадку следующих 10 человек. Не более минуты выступления, тема «Свободная, рассказ о себе». Кто вы есть и с чем вас есть? Ну что, погнали, DJ Well B, let's go! Я. Эй, эй, эй. Это Виван, это Виван. Мне набрал недавно, слышишь, мой Фье, братан. Он сказал, слышишь, Диман, покидай диван. И врывайся, и врывайся, и врывайся на Виван. Сэйн-Пи, Сэйн-Пи, ты сюда заходи. Да, я шмотки кинул в тачки и поехал по пути. Было много разных тем, было много задач. Я поехал сюда в Питер, слышишь, чисто на удачу. Далеко 600 километров, брат. Но я приехал сюда, и я был офигенно рад. Это трап, качая здесь, как обычно. Это Дима смелый, из черепа прилично стелет, устраняет все пробелы. Этот чувачок валит по беспределу, для него делать рэпачок, слышишь, очень легко. Он может делать даже просто через колесо. Воу, вот такая вот движуха, этот стелек залетает прямо тебе в ухо. Тебе в ухо тоже, братан, он залетает. Это Дима смелый, из черепа вообще качает, задвигает он темы и отсеивает все проблемы. Эй, тема, Дима, спасибо. Остальные. Спасибо, Дима. Раз-два, написал, что Сэйн-Пи, но тоже я череповца, как Дима смелый, который зачитал вам ранее. Я сегодня не помыл свои педали, но я вышел все равно тут в круг. Нужно было рассказать про себя, и в этом тут суть. Я жил 10 лет в череповце, потом понял, что истина в сердце, и она мне подсказала, что нужно ехать тут в Питер. Я у меня перепутье, но на пути я остаюсь на своем. Йоу, я не слышу, поднимите руки, пиз, камон, это V1 Battle или как? Я знаю с детства, как качать хип-хап. Преподаю брейкинг и рисуем граффити. А что вы знаете про хип-хоп, скажите? Представляю череп-сити. Как сказал мой мэн справа, помашите ему рукой, ведь он так прыгнул колесо, что у вас челюсть отвалилась вниз, йоу. Окей, спасибо. Это был Flav FX, следующий MD. Представляю столицу Никольская. Кстати, не удалось там родиться. Родился, в принципе, в городе Пытья. Это где-то очень далеко. А тут я здесь, да ну нафиг. Я хотел бы материться, но нельзя. Flow, ведь V1, моя семья, в Seven to Smoke. Я бы с радостью шагнул Flow, либо не шагнул. Неважно, я не дул в вуз, когда меня проблемы одолевали. Кстати, я женат, жена кричит, а где мы? А где мы, если ты на V1 уехал? А я одна с годовалым, не помеха. Мой братишка умеет делать крутой битбокс, а мой братишка офигенно играет сокс. У меня есть сын, в общем, у меня все хорошо. V1, я вас люблю, и напоследок. Окей. Спасибо, МД. Следующий Грей. Йо. Меня зовут Грей, я родился в третьем на краю города, и мне рэп сильно очень, если честно, ударил в голову. Я не знаю, зачем я пришел на эту стейшн, ведь люблю только две вещи: читать рэп, играть в PlayStation. Ну вы поняли, типа это Виван Дигл. Я
если хочешь делать грайм, делай как Бигги. Это очень жестко, типа, парень, ты знаешь. Я не знаю, что я читаю, но это норма, шаришь, ты знаешь. Ты знаешь это имя, братка, извини меня, но это если сегодня Виван Баттл, значит завтра будет лови панчлайн в толпу. Если сегодня Виван, завтра будет Виту. Ну ты понял, типа, это тоже жестко, брат. Я делаю хип-хап, тут граффити, да, Борат. Фильм смотрели все, это жестко, мэн. Ну ты знаешь, что это такое? Жестко, мэн. Ну вы поняли, типа, я не знаю, кто такой Рэмп Дига, но я знаю Кожей и Крипла тоже. Я повторюсь, меня зовут Сережа, это жестко, братан. Это Виван, ла. Всем спасибо за внимание, я желаю вам здоровья и хорошего понимания. Спасибо. Йо-йо-йо-йо. Саша Элси. Следующий Саша Элси. Ты делаешь свой стиль или просто тут ты точишь хип-хоп? Мистер живопись, музыка, звук, для тебя стоп. Ну-ка, давай неси меня туда, где кто, я говорит тебе V1. Всем салам, это хип-хоп мой дар. Для тебя тут раскачал, чтобы ты тут звуками отбивал нунчаками удар. Тут каждому свое, а кто откуда я? Забегай с кичитки, тут свой слоу распространяю я. Распространение, каждому свое отпаление, братик или деление. Я вижу тут это искусство, в вас темное, белое, как страх или азам. Есть томат и яд, я не понимаю, тут рай или ад. Или каждому свое, звук каждого сейчас несет. Я для тебя просто сейчас делаю васек. А ты слушай, и мы с тобой поем. Я тут каждому свое несет. Кто-то делает свое, а мы с тобой поем. Мы закажем тебе тут этот звук. И ты чувствуешь, йо, он несет тебя далеко. Ага. Окей, спасибо, Грей. Следующий участник — Саша Элси. Саша Элси. Только что был. А, только что был. Понял, спасибо. Не бротик. Следующий. Эй, ручки все вверх, эй, ручки все вверх. Нихуя себе, чё вот это у нас за движуха? Вы чё почитать фристайла тут перед вами, Андрюха? Питер в легких, череповец, сердце нам отсюда. Из рэпа никуда не деться, Ну-ка все руки вверх, Вот такой концерт. Я думал за фристайли, но что-то не выходит. У меня такая плохо нога левая ходит, потому что я немного ударю. Но с утра немного вдарю, потому это моя голова не работает. У меня так клево все поработает, Это We One. We one, девочка или ты пацан, руки вверх поднимай, это we one, поднимай, пацан, хи. Окей, спасибо, следующий участник — Дуги. Кто такой Дугин? Не узнали, ну серьезно вам. Я тот, кто сегодня заберет Виван. Я, поэтому вы трое, да вы, пишите, там должен Дугин. Блин, такое атмосферно, такой настрой. Я даже сегодня, скажи, обоймой выскочить готов. Но я здесь не для того, чтобы сделать... Но я здесь не для того, чтобы устраивать битву на этом поле. Я просто пришел забрать фит с представителем Def Joint. Поэтому, скажи, call me. Короче, позже позвони. Сейчас салют, Виван. Как ваше настроение? Ну чё там, как сердцебиение? Готовы пошуметь сейчас? Готовы пошуметь сейчас? Словить этот экстаз, давайте руки сейчас выше, чтоб достать до этой крыши, настроение огонь. Кажи, ну ты потом позвони, йоу, поговорим, бро. Спасибо, спасибо. Следующий участник — Юлиан Грузпакет. Этот бит? Бит этот? Этот. Окей, Всем салам или привет, меня зовут Юлиан, а.к.а. Грузпакет. Мне 29 лет, я покупаю каждый день топливо для ракет. И готов лететь наверх, вверх. Вы знаете где, это не предел, но я не живу по беспределу. У меня есть вера, у меня есть стимул расти, так что, малая, давай не грусти. Я живу в недрах области Домодедово, я сюда пришел строго за победой к вам. Хоть и проснулся после обеда я, но я все равно тут до
Га, блядь, до конца, до конца. Вещаю части творца, да я ровный пацан. Если чё, пиши на WhatsApp. Эта рифма не придет к концам. Да я знал, со мной мой ман. Мы представляем Васаби клан. И мы приехали сюда к вам на Way On, Way On. Как-то так, я продолжаю, да, делать как-никак. Во мне умер Тупак или Бигги. Я продолжаю делать, да, моя жизнь это триллер. А я рифма-киллер, ловите пулю в башку. Я буду делать это, мне надо даже нюхать порошку. Вообще отошел от этого всего, потому что мой город это село, йоу. Спасибо огромное, Юлиан Груспакет. Следующий участник это Емеля. Емеля с планеты Земля. Читаю все время, сам не понимаю я о чем. Брат, я здесь ни при чем. Я когда-то схавал доп, и мой, блять, терминал был сломан о пол. Я в ахуе, бро, что со мной происходит? Я бросил бухать, бросил фагать, бросил курить, мне на все поебать, прикинь. Да, это мой стиль. Эй, братишка, ты чё так стих? Я не понимаю, но походу это не рэп, это стих. Да, я делаю пиздатый стиль. Да, а я господин, я победил. Да, давай прям на один. Вот тебе мой мотив. Я рисую картину. Да, я подкурю, бля, сигу. Я русский нига, и мне похуй. Да, ты поставишь на меня ставку. Да, я как будто собака. Я схавал тебя наверняка. Да, я не ебашил мышьяк, и мне похуй, ты мышь. Эй, блядь, я лечу вышка, моя малышка. Она хочет меня, да. Я слишком устал рифмовать, но я передаю из уст в уста эту волну. Я чё захочу, то и добьюсь. Мне похуй, позже, возможно, даже накурюсь, походу пиздобол. Да, но я просто читаю хип-хоп. Достали по факту, послушай Ваха. Меня, я знаю за Ваху, он так все по жизни, он все для себя, сюда я приехал, чтобы вам показать, что я не имею к себе отношения, но то, что по факту читаю я мнение, что в жизни мое, и есть интерполяция в жизни разная, бывает разогреваться, сегодня и день, и завтра познание, я выйду когда-то и буду признанием, тогда я дойду, и люди услышат, и посмотрите, ну может я нищий. Да нет, не надо это все мне в жизни осознавать. Хотел я то, что просто вы хотели увидать. Я то, что так по факту точно четко развиваю. Я так от жизни только четкое я забираю. И мне не важно, кто вы, что вы, где и с кем вы. Я так для себя читаю эту тему. Я не писал дома на листочке, сука, ни разу. Просто я хочу, чтобы услышали душу мою мразную. Но то, что у нее внутри, ну посмотрите, я хочу забирать все эти три. И мне без разницы, кто сзади меня, я всех уважаю. Лично я человек нормальный. Спасибо огромное. Ребята, эти аплодисменты для вас. Следующие 10 участников. Хочу пригласить вас на площадку V1. Микрофоны в ваших руках. DJ Well B включает для вас бит. Let's go. V1 Battle. Это один из моих любимых битов, кстати. Yeah. Всегда так получается, что рэп-пират первый на эту тусу врывается. И даже без пороха начинает взрывать в старом стиле. Какие тут текста, меня сразу не попросили просто зачитать их. Йоу, извини, это просто не мой стиль. Ведь фристайл — это то, что я знаю. Я бавлю эту тему даже вместе с танцем. Йоу, я тот самый еще засранец. Да-да-да, я пришел вас ограбить. Ведь 50 тысяч — серьезная сумма. У меня, кстати, 2 миллиона в сумме. Я могу подогреть каждого из вас, но попробуй подойди ко мне-ка сейчас. Оу, вот такой вот труганство, вот такие вот танцы. Оторвите ваши точки от этих долбанных кресел. Этот бит должен быть известным, и также должны быть горячие эти рифмы. Не стойте просто как утырки. Ну-ка давайте раскачайте свои пятые булки. Йоу, я несу тут фри, а не булшит. Окей, спасибо. Добрый
добрый вечер, дамы и господа. Судя по всему, я Анастасия Нойзи, живая легенда. Каждый второй кидает мне сегодня респект. И приятнее этого чувства, поверьте, нет. Мне почти что 35. Вместо рождения детей и ипотек я выбираю рэп читать, танцевать и качать ваши головы. Поднимите руки, если вы готовы. Благодатная тема — рассказать о себе. Кажется, все удачно сложилось в моей судьбе. У меня есть самый лучший на свете друг, и я обожаю тепло ее рук. Она со мной чуть больше 15 лет. Я вас уверяю, лучше человека на свете нет. Со мной рядом мама и любимый человек. Но, к сожалению, рядом его сегодня нет, он на работе. На работе, потому что я тоже взрослая тетя. И до 7 часов я тоже сегодня была на работе. Кстати, если вдруг вот в этот ротик будет летать мат, извините заранее, но я вам всем показываю, как сделать. Внимание! Если вдруг вам пришел в голову мат, здесь дети, ну постарайтесь, ну берите микрофон в сторону и будьте чуть-чуть приличнее. Ребята, руки выше, вы все здесь отлично! Окей, спасибо, Нойзи. Эрнст, следующий. Окей, Настя Нойзи исполнила. До этого она уже тут кучу рэперов отстропонила. Она их всех драконила, но толпа это не поняла. Короче, всем салют, 8-1-2. Я люблю, когда твоя здесь качает голова. Это рыбак, я с Сибири, это не SPB. Если вам нужна рифма, то она у нас в крови. Окей, если нужна рифма и свэк, я сейчас делаю биты для крипла. Это рэп, йо, кто может этим похвастаться? Ребята, я не нравится мне, что всех вас айкосом воняет. Йо, это простая плохая тема. Я черный, я блэк, но я белый сырок. Вот это вот тема, вы знали негра? Где же рэпер саморез? Мы с одного блага, он тут рэп отец. Тимоха, чеки моя, братва. 8-1-2, йо, 8-8-1-2. Йо, братва, каже привет, казак и крипа-крив. Вы реальные типы, чувак, ты во пристале делал хит. Каже, каже, поднимайся, ждем. И ты нам скажешь, как надо делать рэп огнем. В общем, это Эрнст, 1-9-6. Будем делать 6, будем делать 6. Если вам понравится, то поднимайте руки вверх. В следующем раунде я покажу вам рэп-респект. Спасибо. Yeah. Следующий участник — Санчизес. Я не мопед из Сан-Андрес, нет. Скорее, пацак из соседнего подъезда, чьи родители при выборе имени явно пол забили. Ну, хотя бы не Ваня назвали. Кто еще не понял, меня зовут Саня. Всем привет, я из МСК приехал сюда в купе за 3 рубля. Эй, ман, из-за этого человека посередине я здесь сегодня узнал про битву. Кто знает, в чем сила? Явно не в правде, в ньютонах, пацаки. Не надо ей наносить футболки с полусвастикой. Давайте про мир поговорим. Я просто думаю, что непобедим, когда беру в руки микрофон. Но это все неправда, бро. Лучше просто потоптать здесь пол и вдохнуть этот воздух. We One Battle, я стану взрослым однажды. А пока молодой, не потухнет в груди огонь. Окей, спасибо, Санчизес. Следующий МС — Федя Дискотека. Калуга. Я смотрю столько ребят проамериканских образов. Теперь я понял, куда у рэпака делись волосы. У меня нету 2 мультов в сумке. Сегодня я в Питере и не спал целые сутки. Окей, меня зовут Федя, фамилия моя Орлов. Для меня сегодня я приготовил для вас пару интересных слов. Я так люблю хип-хоп, так люблю, чтоб слышал мой голос. Я сюда не сюда смысл, и сегодня он стерся. Окей, мы в Питере, окей, я сегодня здесь. Я приехал из Калуги, и это, наверное, лютая жесть. Мне хочется, чтоб голос мой слышал через эти колонки. Чтобы сейчас тут танцевали дети и ребенки, чтоб каждый поднимал свою задницу вверх. Вот так вот Федя в Калуге делает рэп. Я выхожу на стрит утром, днем и вечером. Я никогда не пробивал свою залеченную печень. Я сижу здесь, это вечерня. Спасибо Иисусу Христу за то, что я жив вечно. В общем-то, закончу, наверное, читать эту речь. Просто потому, что я сегодня бричу, братчо. Хочется, чтобы подача чуть бы поменялась. Где там Куба, братан? Звезда зазнал. Окей. Спасибо, Федя Дискотека. Следующий МС — Вадяс. Ай-ай. Неужели, запоминай, Вадяс пишется через 2 А. В начале 2000-х увидел я Battle of the Year и прифигел. Пацаны делают так, что я очень смелый. Пошел на бибоинг, сделал пару
призов, а потом в истории появились биты. Я так же, как и ты, писал, а потом накидывал рифмы с пацанами на студии. Уехал в Таиланд, и там были другие люди. Снимал видосы, потом Шанхай, а теперь меня Питер встречай. Я из Дальнего Востока, город Благовещенск, 7500 километров. Это очень далеко, и там хип-хопом не пахнет. И мы делали так, чтобы пахнуло прямо здесь, прямо сейчас. Я показываю то, что годами воспитывал и поливал. Йоу, мой флоу очень хочет закачать, чтобы ты пошел по ритму. Немножко сбился, баскетбол очень я влюбился тоже. Вообще много деталей, дайте мне, и я продолжаю. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Спасибо, Вадяс. Следующий Икса. Меня зовут Икса, мне снова поебать. Я буду раскачивать этот квартал. Лови мой фристайл, лови мой стайл. Это как будто скрученный бач, что-то косяк. Я покурил и было ништяк. Снова, знаете, мои соседи опера. У нас под ними студия Outlast. Мы сделали там лютый став. И я шагаю, как будто бы меня здесь нет. Новый куплет, новый рассвет. Меня здесь как будто бы нет. Ветер перемен приносит радость победнее. Радость победнее и радость победнее. Поддержите меня, я здесь первый раз. Может быть, V1 это мой новый шанс. Камера всем, судьям салют, не судим будешь. Йоу, Купчино, юг, я жил в Пушкине. У меня за стенкой была соседка из суда Пушкинского. Так что мы там крутили колбы, крутилось дерьмо. И знаешь что, меня замели, но мне даже, блядь, не повезло. Йоу. Мы на позитиве крутим здесь сативу. Мы крутим это гибрида. Мы делаем так, чтобы делаем красиво. Будем разрывать эти динамики, но у нас не туксивы. Но у нас не туксивы. Окей, спасибо, Икса. Следующий участник Иви. Эй, рассказывайте о себе, надо, да? Я не слышу вас, Питер! Меня зовут Денис, для друзей я просто Дэн. Я могу рассказать о себе то, что у меня большой член. Йоу, я очень фристайлю, очень круто. Я могу забрать любую девушку из клуба. Йоу, чё, я если люблю понтоваться. И знакомьтесь, девчонки, если чё, мне 20. Йоу, проигрывать я не привык никогда. Я не брачный сын Лёвы Рыбака. И поэтому пока я буду делать фристайл. Йоу, почему я на улице, до сих пор не в баре? Все меня знают как чела, который любит тусить. Встань напротив, и я буду готов тебя убить. А, посмотри сюда, так выглядит молодость. У тебя такие глаза, не бойся, блин. Я тебя вынесу просто на раз-два. Посмотри, вот это настоящий фристайл, вот это хип-хоп, Бенни. Поднимите руки вверх, вот как правильно делать трэп. Йоу, до этого фристайли неудачники. Посмотрите, так вот делаются панчи. Окей, спасибо, Диви. И следующий Колоницкий. И... Ну ладно, ладно, это сейчас было опасно, а сейчас будет нормально и будет классно. Цвет настроения, так сказать, розовый. Меня зовут Дима, но не Позов, блин. Но я сегодня тут тоже играю в импровизацию. Я хочу от зала сорвать овации. Меня зовут Колоницкий, я играю на гитаре. И сейчас в Питере, но родился в Самаре. Я не очень люблю хип-хоп, я больше все-таки по року. Но сегодня все клево. В общем-то, на батл я залетел первый раз в январе. И вообще, тогда я хочу вам рассказать правду, потому что тогда у меня случилась психологическая травма. Я дошел до полуфинала с Noisy Nasty. И знаете, если честно, это было очень классно. И с тех пор я не могу на других женщин смотреть. Прости, Настя, но отныне и впредь я буду любить только тебя. И все равно, мне кажется, она меня упустила. У меня стокгольмский синдром. И я воспользуюсь этой ситуацией. Выходи, пожалуйста, за меня. Хватит, блин, я больше не могу. Я больше не могу так жить. Я буду только тебе служить. Ты сказала, что у твоей подруги ты любишь тепло ее рук. И это слышал здесь абсолютно весь круг. И если у тебя остаются какие-то сомнения, то тепло моих рук все-таки гораздо теплее. Фурор, фурор. Спасибо, Колоницкий. Следующий участник — Леха Бодрый. Yeah, yeah.
Всем привет с Байкала, меня зовут Лёха Бодрый. Меня никогда не встречали, да я скажу кодро. Я говорил о репочке, почему так не качать? Почему всегда Лёха Бодрого нужно так встречать? Лёха Бодрый, русско-бурятская смесь. Веселее, друзья, давайте веселее, yeah! Почему хип-хоп сегодня так звучит? Почему сегодня кто-то кричит, а кто-то там молчит? В глубине души я сказал бы вам, почему сегодня я в хип-хоп сейчас сюда попал? В Питере я не бывал, но уже я тут. Сегодня у меня для всех вас хип-хоп кнут. Яу, ты знаешь, о чем я? Как, кстати, крипа-крип, кажи, обойма. Ни хрена себе, что я тут повстречал. Но сегодня хип-хоп типа прокачал. Яу, привет с Байкала. Ля-ла-ла-ла-ла, йо. Но никогда судьба у вас меня не встречала. Но привет с Байкала, привет с Байкала. Йо. Окей. Спасибо огромное. Спасибо огромное, Лёха Бодрый. Спасибо всем 10 участникам отборочного тура. А мы двигаемся дальше. Секундочку. Спасибо огромное. Но это Фальстар. Дорогие судьи, прошу обратить вас свое внимание в список. У нас был номер 24, который не участвовал в отборе. Сейчас он появился. Прошу вас вписать его под номером 44. Его имя Акак в ваших списках. Это номер 24. Акак встает последним после Малика. Всем привет! Тут Валби поставил бит плотный. Это мы делаем приговор водный. Мистер Бенстер, Гэнг Спейс Инсайдер, пока не бытия, а слайдер. По волнам бита Лоу Райдер. Изи чилим, пати качаем. Ха! Пати тичер, наставник для Чилдерна. Состав изучим едва ли. Подрасчитал, подраздал брейки на бит. Раз, два, на вивании уже не раз и не два. Танцплощадку выносим туда, где киловаттами головы сносит. Осознанно тусим, играя на гуслях. Правду со смыслом доносим. Смыслы космоса носим. В батле фристайла рэпом кого-то выносим. Честно говоря, отбор ни разу не прошел здесь. Но пытаясь сделать шоу каждый раз, раз, раз. Делаем тут раз колбас. Вивану долгой жизни и всем дать шанс ворваться, е-е-е, ворваться в пространство. Хороший кач, всем хип-хоп, всем хип-хоп, всем подачи, всем побольше, всем удачи, йоу! Окей, спасибо. Йоу-йоу-йоу. Крэш. Йоу-йоу-йоу, МС Крэш, здесь большевиков, всем респект, эй-е. Мой хип-хоп послушайте сразу же. Мой хип-хоп самый лучший даже, да. Мой хип-хоп мощный и могучий. Мой хип-хоп разгоняет молнии и тучи. Он лучший, сядь послушай, ну же. Он как шоу-кан проникает прямо в душу. Так что пожарные не потушат. Вы думаете, что вы читаете круто. Врать себе это глупо. Йоу, я сегодня нормально дунул, но я не под пудрой. Всем респект, это большевиков стайл. Со мной мои люди, и я их никогда не оставлю. И Крипл тоже тут с нами. Купчу на юг, я передаю вообще вам респект. Кажи обойму тоже пиздец, все слушал. Ой, простите, конечно, я тебя все детство. Ну и казак я тебя тоже видел. Мы, помню, зачитывали что-то с тобой по фристайлу. Йоу. Спасибо, Крэш. Следующий Михалыч, город Москва. Пам-пам-пам-пам. Сколько классных МС вот поэтому прикатил. Сколько классных МС поэтому в Питер прикатил. У меня сегодня разыгрался аппетит. Это замечательно, я приехал на отбор, чтоб тебя увидеть, рэпак, саморез и гор. Взглянул на судей, и я понимаю, влип. Передо мной казак, кажи, еще крипа-крип. Это замечательно, я это взглянул сюда. Для меня будет, конечно же, самый прекрасный фристайл. Кажи, казак, извини, я вас не знаю. Но перед казаком у меня сейчас здесь взгляд замер. Я взглянул на казака, и мне кое-что заметить нужно. Ему, наверное, надо судить бешеную шлушку. Это будет ракета, буду петарда, пушка. Итак, народ, настроение станет лучше, когда я сегодня приеду по вашей душе. Итак, пора мне удаляться отсюда тут же. Бит чудесно я обнаружил, ну все, микрофон отдаю же. Спасибо огромное, Михалыч. Следующий,
старина Крюгер. Эй, пацаны, а ваш кореш Димас Таганстон, но говорить не буду, говорить это опасно. Иначе нахер залечу в СИЗО, как Тёма Тарасов. В Муриной жить оказывается прекрасно. Эй, йоу, давайте громче, мне нужна поддержка. Херово, когда у твоей девушки задержка, или когда она от тебя ушла, но это так, между. Главное, что были в трусах крепкие орешки. Эй, йоу, а теперь давайте talking shit. У меня в душах в натуре тут трещит. Я такой новый, старый, опасный. Ебать, называй меня OG Баста, а? Я новый гэнг. Делаю так много, будто банутый крэк. Покурил и улетел, но мне сегодня не нужна эта смерть. Я ничего не буду говорить, пацаны, она придет с косой за каждым. Но главное, чтоб ты встретил, все это отважно. Выкидывайте нафиг фейках легендов бумажных. Доверяйте близким, слушайте маму и папу. Респект всем моим любимым братьям. Респект старой школе, она меня греет. Даже если у Джибуда в наушниках, то он да по-любому в плеере. И Крипл, и Кожей, все ребята, они нас по-любому подогревают, как солдаты. Окей. Которые... Яу-яу-яу, спасибо, 812, ей! Спасибо, Крюгер, следующий Само. Яу! Это Само, отнесемся с умом. Этому батлу вы один, всегда огромный поклон. Тем, кто не понял, ждать 20 минут и знать тему. Можно выйти и просто здесь раскидать, как демон. Придумать панчи, что это сделали заранее. Яу, нигерки стараются, и я знаю их. Яу, я поднажимаю этот рэп каждый день. Выезжаю, как водитель, давлю на педали. Яу, мы стритуем где-то на улице. Тут рэп цыгане, ты ведь слышал, как мы тусуемся. И производная, это все наши ребята. Кто вас ограбит, это рэп. Пираты! Мы банда неадеквата. На Санкт-Петербурге расставлены пятна. Там, где мы пачкали всех через свои майки. Выйдем в финал и раздадим здесь байки. 5 пацанов заслуживают наказания. Я респектую всем, кто с нами в этом здании. Давно на в круге, поправьте брюки. Эй, йоу, чё за тишина, народ, где ваши руки? Хип-хопа слуги. А ну-ка покричим, налейте самбуки скучным щам, что сегодня в этой пати. Это Само, всем здрасте! Муа! Окей, спасибо, Само. Следующий Лев Бабаханян. Ой-ой. Братан, главное сейчас не меняй бит. Гор Бабаханян с вами говорит и залетает тут. Меня зовут Гор, но на самом деле это не приговор. Я вышел сюда, придумав чужие имена. Я их тупо взял. Я взял имена двух фаворитов. Ну, чтобы тут поугарать под ритм. А, вышел даже не убитым. Хотя обычно делал это. Тут это ведь Виван. Но все мои текста сегодня вылетели из головы. Была пара заготовок, но они ушли снова и снова. Это происходит. Я смотрю в глаза судей и... Судороги сводят мои ноги. Но все равно я зачитал лучше многих. А, что хотел сказать? Ребята, блин, так просто ознакомиться с правилами. Для этого ничего не надо знать. Нужно просто пару слов прочитать. Видели? Посмотрите на видео. Там у меня постоянно будут разные лица, когда я вижу, как кто-то тут матерится. Спасибо огромное. Спасибо. Спасибо. Лев Бабаханян, следующий Олежа Коста. А, сори, перепутал батл, это же Иван Рэп Фристайл. Йо, камон, тут много парней кричат в микрофоны. Пацаны, вы вообще заплатили за домофоны? Йоу, шаманизм ведет по темным коридорам. Бит был на повторе, я рожден там, где рожден план. Я ман, я из Казахстана. Йо, камон, покачайте рукой, кто за Казахстан? Йо, камон, парни, да, я не умею так круто фристайлить, зато я умею делать так. Эй, мазафакин щит, может кто-то скажет, что Олежа тронулся, но меня вдохновлял трек, и лед это тронулся. Спасибо, Олежа. Следующий Диджи Дэй, следующая. Дама в рэп-фристайле. Яу, всем салют, Диджи Дэй тут. Я сама не ожидала, что буду стоять тут. Всем привет, всем, вы такие крутые. А what the fuck, мотивация, да навсегда, да я всех люблю тебя. Тебя, да, все равно, вау, мой первый батл из меня так прет, это энергия, я всем салют, всех люблю, и меня,
поговорим по-человечески. Мы вроде бы люди человечные. У каждого мусорка под раковина. И снова да-да-да, вот да, факт тебя. Я знаю тебе респект. И тебя я знаю, тебе тоже респект. Мы из Питера, да, вы центр Чернышевская, а вы сосите. Да, кто-то, мама, извините. Хорошо, будем мы приличными. Я не знаю, что еще сказать. И мое время, сколько мне осталось. Дай по... Окей, спасибо. Уложилось в тайминг. Следующий слепо. Эй. Всем привет. Всем привет. Эй. А. Меня зовут Владя Слепый, я давно не человек. Ловите энергию, которой вам хватит навек. Купчи на мой район, и я там вдохновлялся пацанами. И вы знаете, за этот город отвечаю. Мы с каждым встретимся, это самое начало. Эта камера снимает, и мы дальше идем до причала. Я видел там Антона, он падал на понтон. Респект Лехе Косову, братик, как ты там, оу, а? Ну мы тут с пацанами раздали нормального стиля. И мне все равно, где ребята ходят, все красиво. Окей, я давно не человек, ты помнишь это? Каждый куплеты пропитаны душой моей слепо. Где-то мы летим высоко. Тебе нужно еще этой доброй грусти. Ты же хочешь еще этот сон. Мы раскрываемся немного вкуснее. Это добрый мир. Мы улетаем в облака с ним. Ты хочешь, чтобы я был своим, но я давно не человек, ты просто это пойми. Вот так вот, и каждого вас зарядил. Есть о чем задуматься, есть чем нутро наполнить. Да, я поэт, я рэпер, я граймер, фристайлер, джазер. Как угодно, универсальный солдатик. Такой вот, и читаю каждый день за днем. Вчера 50 текстов, а сегодня 30, бро. И так будет каждый день, и каждый новый флоу. Спасибо, Слепо. Отлично, это был Слепо. Следующий хост. Йоу-йоу, это хип-хоп, одинокой старухи. Я настолько стара, что здесь не слышно бита. Это говорят именно я, изобрела фристайл. Я чисто ходил по хате и себе представь. Наваливал рифмы чаще, чем вставал в кровати мой дед. А он делал это редко, ведь в него метка попал. Что одна попала, одна сердцеедка. Йоу-йоу, нужно больше, нужно больше, нужно больше фристайлов. Пацаны, почему мы собираемся так редко? Мне кажется, что нам нужно собираться каждую, блин, недельку. Но я не знаю, почему V1 не проходит каждый день? Почему сегодня нет дерпа? Потому что за него мы поднимем бокал. И как всегда тишина, и в микрофоне рука. И в микрофоне мой язык заплетается чаще, чем его стропонят. Не говорите моей сестренке, ведь она просила никому не рассказывать. Мои язвы прокрываются новыми язвами. Йоу, йоу, это Санкт-Петербург. И когда здесь капает дождь, знаете, что кто-то курит дурь. Хороший город, в принципе, норма. Тут часто пахнет порохом и гидропоном. И я хожу по паркету, а вроде бы на улице. Сегодня так отлично разукрасили все это, умницы. И повсюду написано V1. О, ты такой один. Спасибо, Хос. Следующий участник – Abused. Кириши. Кстати, время идет. Время пошло. Значит, время пришло. Значит, я сюда опять пришел. Делать шоу. Отличная рифма, не правда ли, да? Да нафиг я пошел. Оу, щит, камон. Я опять начинаю обсираться здесь. При всех ребята по-разному называл себя. И опять приходил сюда. И заново обсирался. Но сегодня, когда в душе стоял, такие рифмы наваливал. Сам себе в уши лил мед. Сам себе вот это плет. Думаю, надо же. Сейчас приду, разорву этот зал. Напрочь. А тут рэп одинокой старухи передо мной уже навалил тоже кучу огромную, хорошую. Мне очень нравится, очень пошло говорить про курево и всякое прочее. На самом деле я люблю растения, у меня истерика, когда я забываю себя. Хочу веником выгнать себя под зад. Куда-нибудь я сам виноват, что делал что-то не так, мало тренировался. Опять, ребята, возьмите меня, пожалуйста. Здесь так просто, мне непонятно, что сказать. А когда напротив меня будут глаза? Следующий участник – Малик. Original Batman in Russia. Я. Я.
Я сказал во всеуслышание, я-я-я. Это значит, что персилаям в этих краях. Как слышно меня, Ви-Ван? Давайте разнесем здесь с хирам, йоу. Я также не побрит. Респектую всем вас улыбкой, будто крипа-крип, эй. Будто бы каже, я перед вами, моя душа перед вами в неглиже. Оу, щит, это как так, эй. У нас здесь даже МС Казак. Он так же добр, как я. В общем, мы с ним добрая херь. Семья, я каждому любовь стреляю. Пау, 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 пау. Я вам всем отвечаю, он упал. Сногсшибательный флоу прямо здесь. Запоминай, каждая сука, это перс. Респект. Спасибо, Малику. Следующий МС, а как? Да. Раз, раз, раз. Не очень. Да. Сейчас начнем свой хип-хап из города Колпино. Здесь подводником ходит каждый чувак. Так нравится мрак, то, что создаю я тут. Ай, кручу самокрут, радуется друг. Ай, по глазам вижу я, он рад, улыбается. Значит, солнце встает на востоке и приземляется. Сейчас, подождите, поймаем этот лап. А как МС, кто же спросит потом? Да никто, ты пойми. Как много в этом зале МС, много людей, что поднимите руки и поддержите людей. Кто здесь читает? Так мало фристайла на Вива, не бывает его так. Я его каждый год жду, чтобы поборать свой страх и зайти сюда, создать круг, и чтобы поймать true vibe. Люблю траву, люблю мамочку свою, люблю то, что мне блин по нутру. Люблю их своих друзей, это тоже true. И я не труп, я подвижный, воу, ловлю свой стиль обездвиженный. Ай, всем... Ну ладно так, надо бы заканчивать, наверное, а не то полный говн. Окей, спасибо, а как? И у нас еще был один МС, Сахарок. Йоу, Сахарок решил ворваться, чтобы вы могли немного посмеяться, чтобы немножко развеять тоску. Да, сегодня здесь Казак, он свой парень в доску, или точнее в доску. Да, Казак это космос, а еще здесь есть Рыбак. Рыбак это ништяк. Да, но нету Комара. Простите, что это за куча говна? Что это за херня? Почему сегодня нет Комара? Боже мой, да, Роуан красава, но это какая-то подстава. Как жить без Комара? Без Комара жизнь плоха. Без Комара все в тоске. Без Комара, ну что вообще за отстой? Что такое? Комар, я надеюсь, ты сейчас дома не плачешь ни один. Извини, Роуан. Спасибо за признание в любви. Сахарок не изменяет стилю и два раза входит в одну и ту же реку. Замечательно. Спасибо. Спасибо всем участникам. Давайте поаплодируем всем, кто участвовал в отборе в номинации «Рэп Фристайл» на V1 Battle. Было достаточное количество интересных персонажей лично, по моему мнению, и по мнению судей, я уверен, тоже. Сейчас будет короткий перерыв. Судьи удаляются на вынесение вердикта, подсчета баллов, и они выберут трех, кто, по их мнению, готов и достоин участвовать в рэп фристайл баттле. Я приглашаю сюда, на эту сцену, к нам, в наш круг V1 Battle площадки, этих шестерых участников. Давайте встанем так же в ряд, как и был отбор. Сейчас из вас выберут троих лучших, которые будут соревноваться с пятью приглашенными гостями в номинации рэп фристайл 7 to Smoke. Отборы мы проведем по диджею VLB, и дальнейшее музыкальное сопровождение нам обеспечивает группа Dizzy Dutch Duck. Итак, давайте встанем по номерам. Первый Нома Лома, за ним Груз Пакет. За Груз Пакетом будет идти Эрнст, за Эрнстом Нойзи, за Нойзи Само и за Само Малик. Уважаемые судьи, давайте обратим внимание на нашу площадку. Напоминаю, что это Крипа Крип, Каже Обойма, МС Казак. Наши судьи на V1 Battle. Let's go! По одной минуте у каждого. Начинаем. Тема свободная. Сейчас будет микрофон.
Убираю майк, все сидят на своих местах. Где бит, брат? Эй, Валби, дай его, чтоб качал. Что-то какой-то слишком громкий я стал. Дай-ка нам бита, братишка, ничего не слышу. Спустилась покрышка, пацанов я вижу, это все парни с НП. Самой и Малик, Настя, этот тип тоже с нами качается. И груз пакет, хочется из трех сделать самый мощный рэп. Самый мощный рэп, но пока что на Виване. Чувствую себя расплавленной в ванне. Начала ути. Вот так вот сделай диджей, как 5 секунд назад сделал на этом бите. Начала ути. Хочу бит, чтоб был громкий, чтоб под него потел. Начала ути. Хочу, чтоб был бит громкий, под него потел. Минута не прошла ли? Ладно, все равно я дальше продолжаю на сандалях. Просто танцую и своими волнами заряжаю тебя. Зал, всем спасибо на Виване. Груз пакет следующий, let's go. Let's go, давай вперед. Я рифмую, словно делаю мед. Я лечу, как пчела. Я все время хочу лишь на чиллаут. Сегодня вот в Питере переночевал. А вообще я топлю, как качак. Подаю с барского плеча. Наливаю чай, чтоб вы утолили печаль. И ставлю на этом просто печать. Йоу, я приехал этот Питер раскачать. Так что, братики и сестры, это начало. Ты вникаешь, ман, я тоже вникаю, да. Это просто лишь дар, и я его не продам. Я как Адам, но где моя Ева? Я делаю слева и справа подаю. Я иду с планом, и как-то я курю, просто выдувая в космос. Все просто, я делаю неброско. Я слушал вас, пацаны, будучи подростком. Мне так пирал этот джойнт стиль. Я продолжаю делать в недрах области. Йоу, это звук, я качаю. В моей руке нож, я как хирург отвечаю. Йоу, я замечаю много левых тем. Но я хочу делать, как будто я здесь просто первый мэн. Спасибо, следующий Эрнст. Окей, в Питере темнело. Окей, значит, назревала моя тема. Пора разбирать этих рэперов смело. Это дети улетело, йоу. Давай, малышка, уходи, ты старая со сцены. Не хочу тебя видеть, иди на три кота, мэн первый. Окей, пацанчик не с Кавказа. Ты перстый грек, ты очень сильный, сразу скажу. Окей, никакой тут лажи. У нас казак и крипокрип и кажи. Окей, давайте будем продолжать, дайте тему мне. Я хочу здесь раздавать, ведь я как будто риф пакет. Окей, ты пацанчик не с провинции, тебе пора убиться. Мне нужно водиться, 4.19, 4.20, я хочу напиться. Бланты жирные, как моя улица. Йоу, вам это не снилось. Я хочу, чтоб сничи отсюда слились. Окей, я хочу, чтобы у вас флоу-потоки лились. Йоу, давайте, пацаны, стремитесь. Поднимите руки вверх, я вижу трубу. Дома я такую большую трубу взорву. Бланты огромные, как будто ватман сложу. Я курю тучу, я Винни-Пух, я не шучу. Давай, я их крошу. Окей. Словно башку я улетаю. Спасибо. Всем спасибо. Йоу, это мое шу. Нойзи. Я хотела сказать, что здесь жарко, но здесь душно. Пацаны в панамах и в очках слишком трушные. Читают про траву, да джойнт и траву, и марихуану. А вообще в курсе ваша мама? Мне немножко за вас стыдно, если честно. Все это не похоже на женственные и мужественные строчки, что из вашего рта вылетают из батла в батл, как всегда. Мне приходится это слушать, как и вам, простите. И за этих пацанов меня вы извините, судьи бахери, потому что они не знают, кого выбрать, но кого-то выбрать надо. Это как будто 40-летняя женщина среди котов пытается выбрать, кто первый должен поесть. И среди моих снов не было участия с этими парнями, но мне не будет стыдно смотреть моей маме в глаза и говорить, что я по-прежнему в свои почти 35 выносить могу их нахер с одного удара левой ногой. Мама до сих пор гордится, вашу мать, мной. Мне не стыдно. Окей, спасибо, Нойзи. Само. Йоу. Yeah,
Мама Нойзи, сомнений нет, то, что Нойзи после батла отправится в декрет и перестанет в свои 40 лет заниматься этой чушью. Я делаю это кайфово, просто почувствуй. Девочка давно хочет выйти из песочницы, у меня от ее рэпа осыпается позвоночник, ведь как она бьет ногой по полу, это просто ужасно. Ну ладно, я обожаю твои толстенькие танцы. Посмотрите на этих пацов, очень мало кто из них сможет сражаться на, блядь, долгой дистанции. Лять, точнее, брать, точнее, мой хип-хоп начинает, блин, дорожать. Йоу, каждая бутва делает его острее, это как перчик, братик, и ты прикован к батарее. Тебе страшно в этот вечер, потому что тот цыган, что может заваливать свой фристайл до утра, изо рта снова выливается прям смесь. За моим книжным шкафом по-любому что-то есть. Еее, бесконечно льется песнь, для вас хорошая весть. Респект, Виван! И ровно минута, Само. Малик. Яга-яга-йо, сбереги мой флоу, сбереги мой флоу. Яга-яга-йо, яга-яга-йо, сбереги мой флоу, сбереги мой флоу. Яга-яга-йо, яга-яга-йо, сбереги мой флоу, сбереги мой флоу. Яга-яга-йо, яга-яга-йо, я. Каждый день я у Господа прошу, чтобы в моем сердце успокоился этот шум. Каждый день я, находясь в своей квартире, хочу, чтобы у людей глаза раскрылись шире, чтобы они помнили одно навсегда. Это любовь и свобода у нас, друзья. Эй, у Господа одного прошу, чтобы эти господа дали мне этот шум. Эй, яга-яга-йо, яга-яга-йо, каждый день я Господа прошу, береги мой флоу. Яга-яга-йо, яга-яга-йо, всем здоровья, мамам и папам, кто там еще? Бам! Спасибо! Спасибо. Спасибо, спасибо, спасибо. Ну что ж, это были Нома Лома, Груз Пакет, Эрнст, Нойзи, Само и Малик.